Сейчас тут состоится презентация одного из событий, которое в подводной охоте в нашей стране случается не так часто, к сожалению. Но мы обещаем это исправить. Речь идет об издании специализированной книги. И в частности, я вам рада представить автора книги «Секреты подводной охоты» Владимира Докучаева, восьмикратный чемпион России по подводной охоте. Спасибо, Владимир. В итоге, мне кажется, получилось ровно то, что нужно нашим обычным подводным охотникам, которые бороздят просторы рек и озер, где человеческим ясным и понятным языком выложены, ну, по сути, на самом деле, можно сказать, наверное, это секреты и опыт, которые накопились в голове у Володи за все эти годы. 150 страниц посвящены именно охоте на рыбу. 150 картинок присутствуют в этой книге. И Володя, мне кажется, вложил действительно душу и сердце в это издание. И я думаю, что она будет интересна как профессионалам, так и любителям, конечно же, подводной охоты. Моя работа – учить людей дайвингу, подводной охоте. Он с ними ездит тоже в поездки, весь день ныряет. А по ночам я видел, даже когда мы были на Дальнем Востоке вместе, он на айпаде одним пальчиком, как потом оказалось, он даже не использовал никакой текстовый редактор. У него его не было. Он просто в разделе заметки написал книгу. Когда вот это вот получилась систематизация, которая получилась в этой книге, этих секретов, да, мне стало легче. Теперь уже мне не надо рассказывать про секреты. Я могу просто сказать, вот, почитай, здесь все написано.